Сегодня 6 августа, и я хочу сделать первичное объединение отводочка вот этого с основной семьей цебровской. Я хочу вот эти рамочки, их тут 5 штук сверху с медом, переставить без пчел вот в этот отводок во второй, снять вот этот пустой уже корпус он будет, и вот этот отводок через газету просто объединить с основной семьей. Переставленные рамочки выглядят вот так. На 1/3 не запечатано. Вес приличный. Но такое состояние уже достаточно долго, и оно не меняется. Я переставил сюда 3 рамки. Отсюда одну пустую, абсолютно крайняя сушь была абсолютно пустая. Я поставил ее вот сюда, вот в этот кармашек. И еще такая маловесная, очень тоже из этой же семейки рамочка. Я ее здесь оставляю, так как очень пчел будет много в кармане, чтобы они сидели на рамках. Может быть, что-то да еще натяну. Ну и все, сейчас ставлю сюда корпус. Вот так выглядит этот отводочек, который остался донором. Я в него заглядывал уже сегодня. Вот эти две вощины ставил 12-го, 10 июля. И вот они только начали строить. Нет, строить они начали уже давно, но они в таком состоянии давно находятся. А эти рамки я оценил. Они практически все без меда. Там только расплод и небольшое количество пироги. Хотя пчел здесь вечером становится, ну, прилично. Сейчас очень много в поле. Здесь все пространство в корпусе, оно в пчелах. Я решил не через газету соединять, а вот через так отвернутый уголок. И на стойке мяты перечный накапал. Я так уже соединял, мне так больше нравится. Расплод здесь был на 5 рамках. Примерно соотношение печатного и открытого, ну так на глаз 50/50. Вот эта рамочка кормовая, но она перговая. Меда практически в семье нет, там какие-то капли. И вот эти два недостроя я также здесь их оставил. Все, уголок отвернут. Я объединил через настойку мяты перечной. Стоял отводочек донор. Вот видно, небольшое количество пчел кружит. Это летные, которые вернулись из поля, а домика у них нет. Домик их стоит вот здесь вот. И часть летных пчел у меня залетает, вот тут рядышком стоял еще небольшой там нуклеус. И вот я вижу, что часть пчел заходит из этих прилетевших вот сюда вот. Ну, не знаю, сколько это зайдет их, ничего страшного. Также хочу сделать и объединение вот этого отводка первого в первой цебровской группе. Я знаю, что здесь крайние рамочки сверху, они абсолютно пустые. И также и в этом отводке. Я хочу отсюда все полные рамки полномедные со второго корпуса забрать и по возможности поставить их все сюда. Все пустые, всю сушнину вообще удалить. А первый вот этот корпус гнездовой со всеми пчелами переставить сюда вот на третий корпус. Ну вот отводочек я подсоединил. Видно, что уже часть пчел начинает садиться на основную семью. Ну и тут такое достаточно большое замешательство. Очень много пчел. Не знаю, что делать, но вот садятся сюда. Сзади поставил я этот второй корпус. Точнее, это гнездо. Гнездовой корпус первого отводка. Литочек я закрыл. Здесь я отвернул уголок. На стойке мятый перечень накапал. Здесь положил холстик, ну, чтобы пчелы не задохнулись, чтобы с двух сторон был полиэтилен. Сюда поставил 3 рамочки, которые не влазили, они такие слабомедные, там, ну, по стакану, по полтора. Вот столько было суши с 2 отводков, абсолютно пустая, 7 рамок. И вот в этот вот отводок я с первого отводка собрал все увесистые рамки. Ну, они так себе. Вот. Ну, в общем-то, и все. Объединение пока так сделал. Завтра, скорее всего, я уберу вот этот вот полиэтилен отсюда. Пчелы вот так пока подлетают. Много их. Заходят, садятся. 9 часов вечера. Ну и вот так вот объединилась семейка. Вот такое количество здесь. И вот там вот их очень много. Никакой бойни я не видел, все произошло хорошо. Вот я убрал подушку, так пчел много, чтобы жарко им вообще не было. И погода сегодня очень хорошая.
Ну и спереди вот такое количество пчел. Вот, им размещаться там тяжело. Ну понятно, в три корпуса сейчас затолкалось 4 корпуса. Ну вот так выглядит вторая, которая здесь от водочек стоял. Я его переставил вот сюда вот. И вот такое количество здесь. Ну, до этого, соответственно, я заглядывал сюда, когда вот эти две рамки не стояли, когда еще до соединения вечером пчелы выкучивались немножечко, ну, не так, конечно. Ну, и вот здесь они тоже спереди начинают немного формироваться. Хотя я предполагаю, что основная масса летной пчелы перешла вот на этот вот нуклеус. Может быть, не основная масса, но какое-то количество я заглядывал просто сверху. И немного пчел больше стало точно. Следующий день после того, как я соединил отводочек с основной семьей, и я хочу сделать кое-какую перекомпоновку. Вот этот вот корпус получается, он как бы медовый. Я его хочу полностью забрать без пчел, пчел стряхну, а корпус этот поставлю вот на этот отводок, ну, чтобы они тут как-то его таскали, доделывали. И практически полностью я пограблю эту семью, останется здесь только большое количество пчел и два расплодных корпуса. И как бы, чтобы поставлю третий, вот он стоит, это сушь, которую я вчера забирал. Ну, я еще две поставил сюда, рамочки. Вот. И хочу попробовать таким способом мотивировать эту большую массу пчел. Ну, какой-то последний, может быть, приносы будут. Ну, в общем, посмотреть, что получится, будет ли эффект или нет. Работу я выполнил. Обошелся без перчаток и дымаря. Пчелы достаточно спокойно себя ведут. Вытащил глухую перегородку, поджал сюда рамочки. Здесь сейчас внизу 13, здесь 10. Вот здесь разделительная решетка лежит. И вот это пустой корпус суши. Это получается гнездо, и вот это гнездо. Ну все, будем ждать каких-то результатов, либо никаких. А вот это все сушь. И вот эти две рамочки крайние, это такой недострой. Ну посмотрим, вряд ли, конечно, что-то тут изменится. Будем смотреть. Вторая заброска группа. Хочу и в ней же сделать подобную же работу. Вот это вот гнездовой корпус, отводочка донора, которую я вчера поставил. Я хочу гнездо это перевести в первый корпус, так как рамок здесь немного. С расплодом. Они сюда спокойно, в принципе, влезут. А из этого медового корпуса я хочу, ну, какие-то полномедные увесистые рамки забрать, доставить их здесь, до полного корпуса. А здесь оставить самые-самые легкие. Может быть, это мотивирует их на какую-то остаточную работу. А вот тут они уже кучу трутней нагнали в уголок. Охраняют. Ну, посмотрим. Может, подобная работа что-то даст. Гнездо я переставил сюда. В эту часть ничего просто переставлял, ничего матку не искал, не оценивал толком. А, ну, расплод там есть, яички есть, рамки достаточно легкие, нектара практически на них нет никакого. Вот так вот оставляю относительно, ну, не относительно, легенькие достаточно рамочки. Не знаю, там меньше килограмма в них, может, килограмм. Какие-то тяжелые я переставил здесь вот, он, два корпуса здесь вот такие медовые, но они тоже не супер крутые. Вот, ну и вот тут сушнина осталась, она в этом корпусе была по краям, так вообще не залита ничем. И вот я как раз в эту пустоту ее оставлю, поставлю. А вот эти два недостроя, которые у меня остались с этого отводочка донора, они вообще уедут отсюда. И вот труд, сколько-то дней назад, я, наверное, неделю вырезал его, и вот они отстроили. Но он не залитый, ничего вообще там, ни капели нектара нету. Ну все, я думаю, места достаточно будет, если какие-то приносы будут, я его вот поэтому и буду оценивать. Пустые рамки абсолютно сюда ставлю.